Увидеть насквозь. В поликлинике Заводского района повышают уровень диагностики в рамках социальных инициатив президента Украины и реформирования медицины. На смену оборудованию, прослужившему почти полвека, пришел новый рентген-аппарат. Врачи говорят, с предшественником его не сравнить, он куда быстрее и нагляднее раскрывает медикам тайны внутреннего мира пациентов. О современных технологиях Виктория Печерская. Этот рентген-аппарат врачи между собой называют ветераном. Он из прошлого века, и все действия на нем приходилось выполнять вручную. Теперь все процессы автоматизированы, достаточно нажать кнопку. Новое оборудование – целый рентген-диагностический комплекс. Медики отмечают, времени на обследование требуется меньше, качество снимков отличное, но это еще не все преимущества. Меньше лучевая нагрузка. В этом аппарате предусмотрена защита сразу больных. Если раньше и в более старых аппаратах мы применяем защитные средства – фартуки, воротники, то здесь это можно не использовать. Это ускоряет процесс обследования. Без современной медицинской техники мы не сможем предоставить услуги по правильной, своевременной и точной диагностике заболеваний, а это уже те инструменты, без которых современная медицина просто немыслима. Ежедневно в отделении обследуется до сотни человек. Первые пациенты поликлиники уже успели оценить преимущества нового аппарата. Жительница Заводского района Татьяне только что сделали рентген. Ну, аппарат совсем другой, конечно. Делали мне рентген и до того. И очень удобно. Вот на самом деле поднимается автоматически вот этот аппарат. Становишься на ноги, не надо по ступенькам проходить. И быстро, и удобно, замечательно. Приобретение и установка рентген-диагностического комплекса обошлась почти в 2 миллиона гривен и стала возможной благодаря сотрудничеству с народным депутатом Украины Сергеем Кальцевым и при поддержке руководителя области Александра Пеклушенко. 50 тысяч выделили из городской казны. В поликлинике мечтают обновить оборудование и в других отделениях, чтобы в полной мере соответствовать требованиям современной медицины.